Вот, здравствуйте. Ну вот, еще один комментарий дровяного полена, который прячется под ником Вероника Уйгурова. Понятно, что это тоже безграмотный школьник. Ну, скорее всего, женского пола, прыщавая, скорее всего, с излишним весом особо школьного возраста, да? Ну, видно, что написано с ошибкой. Она же Сребенкай. Офигеть. Школу надо ходить, а не комменты писать. И написал этот безграмотный коммент на вот этот видеоролик «Наглая попрошайка». Это про этих... есть такая категория люлей. Это среднеазиатские цыгане, которые попрошайничают. Они нарушают закон о детстве. То есть их дети не учатся. Они детей заставляют попрошайничать. А их отцы... вот эту мелочь сидят и пропивают, а потом в пивбарах. Это знаю лично, потому что у меня в свое время был бар, в котором вот отцы вот этих детишек, вот этих женщин, которые сидят с ребенком, пропивали пиво. И потом они ходили и отмечались к участковому по $100 за месяц. И они нарушают все законы страны. А в Москве есть случаи, когда вот сидят вот с такими детьми грудными. Эти грудные дети, они опоены наркотиками или водкой, поэтому никогда не плачут. Про это я много раз говорил. И тот, кто подает им, он убивает, он отдает свои деньги на убийство детей. Когда этот ребенок умрет, они у алкашей купят еще одного ребенка. Про это и говорил в своих видеороликах, где говорил про канал притока денег и канал удачи. И вот этот безграмотный школьник, ну, скорее всего, прыщавый, жирный подросток, который вот реальной жизнью не живет. Есть вот этот смартфон и научилась тыкать туда в этот, да, вот и туда же лезет со своими непрошенными комментариями. Ну а внизу еще один, скажем так, молибос, который кульсары этого города. Да мне плевать, что это город, или Жердин-Прижерево, или Мухакаканск. Я просто выхожу и снимаю, да. И мне по большому счету никакого дела нету. Я не собираюсь в этот Кульсары приходить и смотреть. Времени не будет, и это просто проездом. Я выхожу и снимаю, да. И мнение дровяных полен мне вообще по барабану, просто вот надо постебаться вот над глупостью этих комментов. На этом до свидания.